Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, енот, Пикачу и Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карту у нас FNAF 2, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем понравилось, когда я играю за аниматроника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А я начинаю пацанов пугать. Так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, у нас сюда очень весело. И я пацанов уже наказал, вам понравилось? Да, очень. Жди возмездия. Я понял, Серега, я специально тебя раздразнил, чтобы ты меня дальше начал мочить. Но я на это не ведусь. Ведь я марионетка злобная. Кабака. Кабак. Да не, не кабака. Ну сейчас скоро могу ей стать. Так, 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 давайте посмотрим, что они вообще тут подго... На. Что ж ты делаешь, своего-то чувака мочишь? А я буду смотреть, что вы тут вообще настроили против меня. Серега, как эти двери называются? Я не понимаю. Калитки Калабакста. А, пацаны, кстати, маски работают. Давайте сделаем правило такое, внесем, потому что иной раз вы не знаете, как отмазаться, но есть маски. Так, так, так. Никаких ловушек. Воу, это было... Когда ты меня... Ай! Мне так нравится невидимым ходить. Привет. Буду в углу стоять. Давайте здесь походим, посмотрим. Здрасте. Я могу дверь открывать? Да кто тут бегает с электродубинкой? Опа, пацаны на записи пишут привет, приветик всем моим подписчикам, всех люблю. Кто хочет с нами записывать, ссылочка внизу в Дискорд. Заходите и будете вместе с нами играть. И немножко веселиться, угорать. Енот, ну что ты? Вот так вот, значит, будет с каждым. Так, ладно, давайте начнем немножко их протраливать. Возьмем какого-то смешного персонажа. О! Давайте как вот по РП, да? ТП хотя ж могу. А чё я головой в пол? Ой, в потолок. Чик. Я видел, Димас. Он идет. Давайте как по РП, вот, типа, я ж телепортироваться могу, да? Да. Оп, ближе, ближе. Ай. Больно. Еще ближе. Что такое? Больно в голове. Ты куда летишь, Чик? Все нормальненько. Ай. А чё это стреляете какого-то мощного оружия? Еще ближе. Нифига себе. Меня такое не берет, я могу еще ближе. О, короче, давайте я смогу вас убивать, когда буду возле стола. Так не могу на расстоянии, так будет более интереснее по РП. Так, ай, да что вы меня подкидываете какими-то штуковинами? Ну и умри. О, я прямо на столе. Так, все, Чика уходит, она всех убила, больше здесь ей... Я боком могу ТП-хаться. Так, давайте вот так сделаем. Ай, да что такое? Я ухожу, я ухожу. Блин, он так стрёмно как-то телепортируется. Я в каких-то стенок застрею. Все паки по-разному. Все, я ушел, пацаны. Так, здесь можно ходить. Это моя пиццерия, здесь буду хозяйничать. Давайте еще возьмем. О, сейчас мы у них фонарики поворуем. Так, а ну идите сюда, негодяи. Чик, чик, чик. Блин, я не пролажу. Я не могу тпкаться в дверных проемах. Ого, ты вы взрывчатку применяете. Какую-то прям жесткую. И еще сильнее. Да ладно. Серега сегодня у нас на обстреле. Смотрите, выталкивает. Я тпкаюсь, а меня выталкивает назад. Так, только я к столу подхожу, сразу смогу вас мочить. Так, фонарик один раз, фонарик два. Все, фонарики позабирал. Больно кусается. Больно, да, по 5 хп. Уго, у вас двери стрёмные. Три дубинка меня лупит. Сейчас кто-то у нас тут умрет. Ого! Кстати, Серега, твоя дверь как-то дамажит очень сильно. Ай-яй-яй, да. Прикольное оружие у Сереги было. Надо его отнять у него. Плохо не мог. А! Двери, двери, ладно, уходим. Я вспомнил. Кое-что вспомнил. Уходит. Я не пролаживаю, жирный какой-то. Так, уходим. Вот это эхо от этих выстрелов. Какое-то прям жестко имбовое. Так, я позвал подружку свою. Плохо не могу к потолкам клеиться. Было бы прикольно. Такс. Так, ближе. Как-то странно она очень ходит. О, я как терминаторша вылезла. Смотри, у меня нога, короче, из живота, из жопы торчит, я ей помогаю лезть. Бум! Енот, короче, прощай. Ты был хорошим человеком. А, мне эта граната не пускает.
но я могу телепортироваться. Ого, я стою на карачке. Так, так. Ну дайте пролезть. Серега, это какая-то жопная граната. Она меня сильно дамажит. Попробуем сейчас как-то выровняться. Что вообще происходит? Димас, не забывай, есть еще и другие входы. А, точно! Слышите ее? Да. О, привет. О, здорово. Возле меня нельзя ходить. А я, кстати, могу деактивировать эти бомбы. Ух ты! Нифига себе, 6000 жизней, считай, отняло. Я не могу вентиляцию пролазить. Почему этот чилиха не пролазит? Потому что ты жирный. Так, тпхаемся. Бум. Не. У меня что? 100000 жизней. Да нет, это какой-то имбовый челик. Вы все издеваетесь надо мной вообще жестко. Серега разошел. А, бомба на пузе. Вот это ты сильно меня лупишь. Так, ребята, давайте, партизан идет. Ого. Димас не заставляет использовать сверхоружие. Какое, например? Секрет. Секрет, я понял. Секретный? Да. Так, ребята, давайте сюда полезем. Все-таки я надеюсь, у меня получится пролезть. О, а здесь нету ловушек. О, ребята, я помню, вы говорили, чтоб я взял плюш-трап и бегал всех мочил. Побежали. Ух ты, еще чуть-чуть, я бы умер. А, ладно, в этот раз умер. Вот это было жестко. Ладно, дайте я убегу. На ноги. Где вы ноги? Кстати, ребята, эта карта изменена. Смотрите, здесь добавлено немножко. Много версий FNAF 2 есть. Я не знал, что вот это есть. Хорошо. Не получилось. Плюш-трап. Идет его брат. Я иду к вам, пацаны. Так, давайте будем смотреть, чтобы они меня не убили. Что это за монетошное оружие? Ого. Серега разозлился. А чем-то ты стрельнул? Монетка. Монетка, да? Ух ты, еще отлетело мое туловище. Это секретное оружие, да, ты говоришь? Нет. Не секретное, хорошо. Это не до секрет. А такое есть? Возможно. Так, давайте так сделаем, по-хитрому. Да что такое? Вы что, угадали, когда я буду вовремя выходить или что? Да. Тайминг подгадали или вы камеру наставили? Да, таймер. Таймер. ВК. Ой, ВХ. ВХ, да? Да. Хорошо. Ай-яй-яй. Сейчас. Я разозлился. Вы знаете, что такое разозленный аниматроник? Ну давай, пугай нас, ты где? Так я иду. Так иди давай. Иду. Бум. Здрасте. Кто у нас тут еще шкерится? Я тут, я сзади. Так, все, я отхожу, убегаем. Так, давайте посмотрим, что они будут делать. Так. Ой, кто-то дверь вам удалил. А ты что тут ходишь, саблями машешь? Ничего себе ты жахнул. Ого! Вы на меня бомбы налепили, вы меня спалили, мое местоположение. Серега, так нечестно! Здрасте. Большой семье лицом не щелкают. Вот так вот, да? Кто еще? Ого! Это было жестко. Ай, я улетаю, улетаю, улетаю. Они так убьют. Идет самый добрый аниматроник. Он никого не трогает, и его никто не убьет. Это что? Это что за звук странный? Это что, сирена? Так, ребята, сейчас, наверное, будет мега-взрыв. Серега что-то приготовил, да? А ну дайте камеры поклацаю. О, это что у вас тут такое? Сейчас увидишь. Я знаю, что это. Ого. Я вспомнил, мне надо там столы и пыль повытирать. Короче, они решили взорвать всю пиццерию. Ребята, как в конце, всегда у нас эпический взрыв, который вы наблюдаете на экране. Просто жесточайший. Ого.
Серега, ты вообще какой-то псих. Вы готовы, пацаны? Ух ты, уже бомбу поставили. Здорово. Ха-ха-ха, кто меня пустил, тот и умрет. Первый пошел. Опа, один охранник убежал. Ладно, не будем тебя уже второй раз мочить. А я могу через решетку убить его? А, не могу. Хорошо, хорошо, я выползаю задним ходом отсюда. Выпустите меня, пожалуйста, кабаны. Так, спасибо. Так, уходим, уходим. Спринтрап сегодня не очень добрый. Сегодня вообще самые злые аниматроники, которые будут. Это у нас 10-я ночь. Здравствуйте. У вас нету лишнего охранника? Подвинуть эту дверь. Ай, они меня там... Ого! Да легче, легче, пацаны. Вы меня так сейчас убьете. Хотя у меня очень много жизни. А они уже 1000 жизней у меня забрали. Но я не дамся живым. Да как эту дверь подвинуть? Так, давайте тогда возьмем немножко других аниматроников, чтобы было веселее нам. А у нас есть классные. Сейчас, сейчас, сейчас я вам покажу, кого я хочу взять. Я хочу взять маленького. А маленький у нас Плюштрап. Так, побежали. Я не могу и невидимо вставать. А, в принципе, ребята, у меня 750 жизней. Вы теперь можете меня очень быстро вынести. Как же мне так добраться к ним, чтобы они меня не замочили? Надо обмануть. Надо обмануть от него одного охранника. Че не тпхаюсь? Ой, вот. Так, 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 они там смотрят. А где вы все, пацаны? Ага, вижу, вижу. Один пошел. А! Ай-яй-яй! Сразу 50 жизней вынесли у меня. А, я дверь вашу съел! Не убил, не убил. Выходи, давай, подлый трус, я тебя не боюсь. Я такие, как ты, как семечки щелкаю. У тебя ружка мощная. Так, 650 жизней. Не так уж-то и мало. Ох, как отталкивает. Да не, слабо, слабо. Давай мощнее. Давай, выходи, подлый трус, я тебя не боюсь. Так, еще подписчик заходит. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Дверь всегда открыта. Для всех подписчиков. Ты как меня через дверь убиваешь? А как это так-то? Что это за оружие у тебя такое? Нет, ты слабо жизни отнимаешь. Меня не берет такое. Я через дверь тебя съем. А, проталкиваюсь, проталкиваюсь. Ну, давай. Ты убил своего. Ты что делаешь? Давайте, ребята, с разгону будем тпхать. Я тпхнулся к ним. Отлично. Я могу через стену тпхаться. Все, и пошел себе потихоньку, никого не трогая. Да, ваши пули только у меня чешутся, спина от них. Не берет, не берет ничего. Так, надо какого-то взять аниматроника, который может дверь их не оттолкнуть. Вот давайте Скрабэби попробуем, давно не играл за нее. Так, а ну идите сюда, сопляки. Кто там на меня батон крышит? У вас слабые патроны очень. Я не могу через дверь убить. Так, протал... Есть! Не-не-не. Сейчас разгону попробую. Давай, толкай эту дверь. У охранников какое-то оружие очень мощное, но меня это не берет. Убил, убил, убил. Через калитку. И еще раз убил. Все, теперь можно уходить. О, чайник закипает. Прикольный звук она издает. Хорошо, давайте еще... О, а я иду, иду. Просто так убивать. На работу в пиццерию, ребята. Кто эту песенку знает, напишите в комментах, ставьте лайкосик. Че вы там, не можете ничего сделать? Кстати, Лефти очень сильно, он сюда двери все двигает. Смотри, через эту продвину дверь. Кто стоял в двери, у вас очень маленькая сила. А, я застрял, меня жопа дрожит. А, бросьте меня. Я умру и так. Да кто там меня гасит? А, все, чекай, чекай, чекай. Димка, беги. Вот это вы меня вынесли. Хорошо, летим. Сейчас вам сюрприз сделаю. Я сейчас возьму такого аниматроника, которого вы не сможете увидеть, и он вас всех убьет. Так, а как он звуки издает? Воу, я не знал, что на R можно превращаться. Ребята, я этого не знал, сейчас только узнал. Надо всех аниматроников на R поклацать. Хоп, я попугайчиком стал. Ай! Тихо, тихо, тихо. А, когда я превращаюсь в попугая, у меня жизни мало. Когда я превращаюсь в Фокси, у меня жизни много. Хоп, 10 тысяч сразу. Ничего себе. Кстати, очень прикольный аниматроник. Как вы двери пробиваете, эти стекла? Бум. Я уже внутри. Здравствуйте. Да умри. Ну умри. Ну что, не могу его убить. Отлично. Ого. А давайте этого возьмем.
А, это ты поехается. А ну-ка, музыку классно делает. Поехали. Да чё я тебя не могу убить? Смотрите, как классно у него походняк. А я робот Бонька, иду всех мочить. Надо новую песенку мне какую-то спеть. Прикольный походняк. Я не помню, был такой или не было. Очень классно. Не-не, ребят, я такое не ведусь. Чё, невидимо не могу стать? Вот это у пацанов оружие мощное. На тебе, ты смотри. Решил этого аниматроника убить. А не камеры поставлю, в принципе, правильно. А я песенку пою. Еще знаю песню. Вот это классная песня поет. А не. Щида. А, прижали, прижали. Так, 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 я убегаю. Я убегаю, они меня хотят убить. Так, как я... Я не могу невидимым вставать. С этого пока не могу. А этот песню делает? Спасибо за 5 коинтов, да? А ты? Ой, не ты. Сейчас, сейчас, пацаны, смотри, какие злобные. Оп, я исчез. И меня не видно. Есть. Вот я люблю, когда невидимкой можно вставать. Все. Вы уже не такие умные, да, пацаны? Так, 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 они меня чекают. А, они через стекло не будут мой ник видеть. Так что я могу прям тут возле стекла ходить. Так, 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 прыгает. Понаблюдаем за ними. Так. Что же он там делает? Я только что твой ник видел. Я могу через стекло как-то убить, попробовать. Бам. Иди сюда. Я дверь оттолкнул ваши. Да, давайте вылетим, так будет честнее. Вы хоть дверь контролируете? То я легко их отталкиваю. Еще разок попробуем. Смотрите, где я. Вот, я красавчик. Ну давай, толкай эту дверь вонючую. Hello. Бум, дробаша мне в живот. Я могу через дверь как-то убить? О, привет. Ха-ха, твоего кента нету. Он не может возродиться, что ли? А, он валяется. Чувак, ну что ты? Отомстишь за друга своего? Я ушел, все, меня нету. За дверью заныкался. А я здесь, я тебя вижу, на! Привет, я тут. Я зашел. Че ты мне ничего сделать не можешь? Буду мочить тебя. Отлично. Классный звук издает, когда убивает. Откройте дверь, я хочу зайти, выйти. Можно мне в туалет? Спасибо, я пошел. Кошмарная мангл, ребята, к вам приближается. 10 тысяч жизней. А я ваши бомбы могу, кстати, уничтожать. Да, я пройду сюда. Да, я пройду. Ты толкай дверь, и я толкаю. Кто сильнее, ты или я? Ну давай, толкай. Я могу, я чувствую. Бум. Давай, дверь. Есть. Есть. А, эта бомба, она слабая. Смотрите, как она может. Давайте, кто его остановит? 30 тысяч жизней. А, двери, да, ставят? Все взорвалось, и двери тоже. Давай, пускай меня. Так, надо быстрее в вентиляцию идти. А, бомбы, бомбы. Хорошо, это не подходит, челик. Во! Пошел, пошел, пошел. Эннард может их успокоить. А я могу бомбы ваши где активировать? Нету ваш бомб. Ну пустите меня, я добрый. Опа, по животу. Ну у меня очень много жизней. Я деактивирую ваши бомбы. Хорошо, они меня не пускают. Давайте с этой стороны. Ну пусти меня. С разгону буду. Я могу... Я за ты... Вот так вот. Я могу через решетки тпхаться Эннардом. Смотрите еще раз. Ой. Я торчу. Я застрял. По 5 жизней. И фонарик отбирает. На. Вы сами себя мочите, вы чего?
А мы проверим потом в конце, может все-таки заработает оно. Так, так, так. Сегодня у нас все по-жесткому. Или не по-жесткому, если что там кто-то крякает, ходит. Ах ты, блин! Бомбочки. Берем бомбы. О, давайте кучу бомб сделаем. Сколько можно будет набросать? Так, отлично. Ты что там шагаешь? Что, застрял? Я застрял. Давай мы тебя убьем. Бум. А, я знаю, как его можно этот убить. Вот так вот. Ты что нашу дверь заглючил? О, отлично. Смотри, он с этой стороны теперь. Так, сейчас мы с Виктором тут все нормально поделаем. Ставим липучки, бамбучки. Отличненько. Отлично. Так, с этой стороны. Кто там? Уже чайник. У кого-то чайник кипит, слышите? О. Чайник двигается по карте. Да? О, сработало. Закрывай. Так. Смотри, смотри, принтрап лезет. Че там? Че тебе надо у меня дома? Отойди, Хашак. Бум. И твоя бомба. Ох, прикольные эффекты. Мне нравятся. Никого? На, кушай. Ешь. И бомбочку одну ставим. Хоп. Есть. Бомбочку, хоп, ставим. Теперь мы будем знать, когда он сюда придет. Закрываем. Что там, Виктор, нормально все? Пока да, пока полет хороший. Давай побросаем эти штуковины туда. Так, подписчик какой-то заходит. Так что, ребята, если хотите с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. И если вам нравятся мои ролики, ставьте лайкосик и не забываем подписываться на классный канал, позитивный. Так, бросаем, бросаем. Ух ты, что? Вот это он резкий. Он тут бегает, он зашел, Дима. Давай лезь сюда, 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 сюда. Говно. На. Ай. Есть. Что, Серега убил? А, Серега убил тебя. Так, 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 а мы сейчас обойдем. По-хитрому сделаем. Ой. Так, 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 давайте сюда пройдем. О, Балора, на. Кушай. Че, застрял опять? Ах ты жукичара. Вот это он разошел. Ну, вообще жесткий. А, он же еще может тпхаться. Так, так, так. Здесь что у нас? Все хорошо. Буду сейчас стрелами его гасить. О! О, вот он летает. На! Как? С одного стрела? Это было жестко, даже не ждал, что его закалю. Ну, попугаем арматурой, сюда можно убить. Так, давай здесь походим. Оп. Оп. Димас, твой старый друг идет. О, привет! На тебе стрелой в голову. Убил. Не спорю. Красавчик. Зато меня не убьет сейчас моего. Опа, опа, опа. А, закрывай. Есть, я успел. Да, Серега, уже постарели твои аниматроники, не такие, как раньше. А, постарели? Да. Постарелы, постарел. Он опять туда. Блин, я застрял. Попался. Я сюда. А, ты чё прошел через портал? Да как так-то? Что это такое? Я не понимаю. О, я тебя вижу. Упс. Ай. Может какое-то оружие взять грозное против него? Так, ну мне портал очень нравится. С ним можно поржать жестко вообще. Димас, повернись. Ну нафиг. А, отвали, я добрый. А, тут бомбы мои. Вот умный человек. Ты, короче, на мои же бомбы меня натравил. А это законно? А это и был мой план. Понял. Бум. Че, оружие возьмем или что? Я уже тут с дробовиком обороняюсь. Ох, умри я. Красавчик, Серега, молодец. Неожиданно испугал. Че, он ушел?
Он так, до давай... двери стоял, я закрыл. Перезарядку сделаем. Закрываем, все. Все, мы закрылись на обед. Приходите к нам в четверг. Че, а тут не закрывается? Не понял. Идем, идем. Я с тобой. Он ржет. Он скорее всего сзади где-то. Нету его. А ну-ка. Пасхалку убрали. Оно не открывается. А логики в этом нет, но очень прикольно. О, вот он сидит. Отвали! Блин, надо было портал поставить, где-то будет далеко. И мы смогли туда забежать. Ну ладно. Нет, пасхалка осталась. И что, она работает? Да, ты что, не слышишь? А что она тогда не работала в тот раз? А надо было сломать это... Там же эта фигня мешала. Понял. Видишь, ты молодец. Ну пусть уже будет, раз нажали, давайте посмотрим. 1000 лет прошло уже с этого момента. Эй, на потолок не ставится, отвалите. Блин, оно нигде не ставится. Оп, ух, да как, я прыгнул в портал, и ты меня сразу замочил? Ой, я там, где темно. Опять поймал. А куда лететь? Это мы уже в темноте? А где мы? А где мы? Это черная очко. Это называется. Вообще ничего не видно. Вон там что-то есть. О, пошли. Продвигаемся. Что-то далеко идти очень. Может, что-то разработчики изменили, что тогда не работало? Может, все-таки добавил какую-то штуку. Welcome. Воу! Ух, ё. Ты шо, что это было? У тебя был скример? Испугались? Да-да-да. А у меня не было скримера. Обосрались. Он нас приветствует. Давайте, кто будет прыгать туда? Давайте я. Давай. 3, 2, 1. Чё там, тепло? Очень. Что тут происходит? Мне так... О, тут можно клацать. Давай посмотрим, что тут еще. Или кнопку надо нажимать. Че, не работает ничего, что ли? Джакузи, мы с Робби купаем, с Серегой. Я, короче, пацаны, к вам. Джакузи? Да-да-да. Вы меня обманули, не как. Какой джа. Ого! Это было жестко. О, кстати, я появился. И че, уже карта целая? Да как? Нормально. Попутешествовали. А где все? А я на спавнике. Серега, а ты где? Тоже. Вас попугать еще? А где ты? А ой. Вот я. А ты не пройдешь портал. Ой, пройдешь. Блин, я ж удалил их. А я успел выйти. Знаешь, ну, ты зашел в портал, а я его удалил. Вот это было смешно. Ой, такой прикольный череп. Напополам бы разорвал. Да, налопалам. Налопалам. Так, Серега, давай, короче, ПВП устроим. Я возьму админский пистолет, а ты можешь быть невидимым. Пошли его искать. Пойдем. Виктор, бери тоже админский пистолет. Это самый верхний пекаль, кровавый такой. Вверху самый первый пак. Во. Да не, так можно взять его. А он не берется. Как не берется? Вот он. Вот, теперь берет. На тебе два даже, не знаю зачем. Он, короче, убивает любого персонажа, любого пилпака с одного выстрела. Пошли, охотники. Ой, за аниматрониками, погнали. Пойдем. Давай, иди ты первый, я прикрываю твою заднюю часть тела. Разменом сыграем. Ты сам себя убил, что ли? А, нет. Чувака какого-то, хорошо. Это что, наша пиццерия. Я хотел уйти. А, но не успел. Обстоятельства. Так, давайте тогда возьмем послабее оружие, потому что это оружие очень мощно стреляет. Давайте возьмем монетку. Тут попугай. Где попугай? А, вот. Есть. Опа. Наших охранников мочат. У нас и так тут персонал слабый. Че, не убил я тебя, что ли? Нет. А че такой мощный? Не знаю. Так,
пацаны, давайте будем внимательнее играть. Тут, тут баллонбой пришел. Он хочет фонарик наш украсть. Так, не стойте возле окна, убьет. Все пацаны шкерятся, думают, ну нафиг. Отец, ну ты видел? На, ну же, не подходите. Это псих какой-то, а не Робли. Понял, маску вообще нельзя надевать. Маска здесь не работает, Серега на запах определяет. Только не знаю, как он это делает, какой запах там исходит, но он знает. А! Убивают. Убивает наших, пацаны. Берем оружие и мочим их. Я даже возродиться не успеваю. Не успеешь, потому что здесь очень жесткий. Пацаны, извините, я всех мочу. Да что они такие нападающие? Надо, короче, нам, пацаны, какой-то план составить. И как их убивать? Надо, короче, вместе держаться. Так, сейчас я возьму какое-то оружие. Мое любимое. Ах ты что? Укусила меня за голову. Хорошо. Димас, ты не против? Я тут так полежу немножко. Полежи, полежи. Нормально тебе? Не, не холодно? Не, не холодно. А сейчас холоднее стал. В портал пацаны попадают. Да что меня все двигают? У нас пацаны в канале творится. Все, все любят, когда мы все лимся и делаем какую-то жесткую дичь. Ребята, это та серия. Пацаны, давайте каких-то ловушек возьмем. Так, оружие. Half-Life 2. Пацаны, давайте, раздача оружия. Давайте, ставим, короче, минируем всю пиццерию. Сейчас будем все тут чудить. Так, бомбочки выданы. Вот это сейчас тут будет. Я чувствую, сейчас мы тут... Все зависнет у нас. Есть. Есть. Бум. Есть. Ой. Я фонариком свечу. Свечу, свечу фонариком. Там моя бомба. Сейчас что-то будет. Отвали. А! Блин, убегал от одного аниматроника. Убила марионетка. Это очень сильно. О, у меня есть вот такое оружие. Сейчас, 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 сейчас. Оружие. Знаете, пацаны, какую надо? Надо взять гранату, которая воняет. Она их очень сильно мочит. Ух ты! Бум! Бум-бум-бум-бум-бум! Психи пришли! Чё, тебя не убил, что ли? А сколько у тебя жизни? Смотри, пришел. Так, закройте вы двери, пацаны. Все, уходи. А, марионетка зашла! Она тут вот летает. Мочите ее! Да вы задрали, пацаны, вас очень много. Отступаем, отступаем. Нитроглицерин. Ой. Умный человек так только и сделает. Вот это жахнуло, так жахнуло. Есть еще вот такой вот у нас шарик волшебный. Пацаны, я шарик активировал, убегайте. Беги, беги, пацаны, не бегите туда. Лучше от подальше от офиса. Ой-ой-ой. Что, никого не убило, что ли? А, красиво очень. Давайте еще разок. Так, погнали. Пролетаем в лес. Я хоть живой останусь? Че, пацаны, живые? Вот это оно жахает. Мне так нравятся эти бомбы. Но аниматроников никого я не убил. Хорошо. Есть у меня еще один сюрприз для них. А, он меня хочет убить. А я его буду монтировку лупить. По спине настреляю. Он меня не может замочить так. Ладно, смог. Кстати, скример поменяли. Раньше такого скримера не было. Новый скример добавили. Так, пацаны, нам нужен план какой-нибудь составить. Блин, они вообще тут все съели уже.
Прощай, волчара, я успел закрыть. Так, надо лампочку поставить. Что-то здесь очень плохо со светом. Кран остался и кнопки. Что вы наделали? Так, какое оружие еще взять? Давайте дробашок возьмем. Че ты? На. На. Слабый дробаш, очень слабый. Как их убить? Этот вообще пришел как к себе домой. Ой, ой. Не убивай меня, я добрый. Блин, да что ты хочешь от меня? Волчара. Как ты вообще вентиляцию пролазишь? Ты очень большой. Ты нарушаешь все правила физики. Что делать против этого человека? Хорошо. Сейчас, Серега, подожди секунду. Есть у меня для тебя сюрприз. Очень хороший. А чё не сработала моя монета? Ты чё, её съедаешь, что ли? А чё она просирает, монета моя? А чё она не работает, я не понимаю. Я живой, ты меня не убил. А не, я живой, я умер. Еще один пришел. Да смотрите на них, сколько вас тут. Бум. Ой, пацаны, извините, вы подпали под горячую руку. А я монетку подбросил, но не успел ее стрельнуть. Вот, это пойдет. Воу, прикольно. Кстати, убила кого-то. А, то Серега нас убивает опять. Да что ж такое? Ребята, а теперь я не буду шутить с вами. Идите сюда. Есть. Я вышел на охоту. Ни один аниматроник не останется живой. Ребят, напишите в комментариях, какое оружие мне использовать. Если вам нравится, ставьте лайки, не забывайте подписываться на классный канал Димас ТВ. На! Вы что можете охранников? На! О, вот он! Скраббэйби! И села на мой труп. Смотреть, как я валяюсь. Молодец. Помолись. Не, пацаны, так долго не должен продолжаться. Надо как-то решать этот вопрос. Ой, блин, бомба себе по башке дал. Вот дурачок. Воу. А вот это мне нравится. Это я бомбу, да, поставил? Все умерли, нет? Это не напал. Это не напалмовая бомба была? Была. Прощайте, я побежал. Ух ты. А, летите, пацаны. Подальше. Ух. Да что меня убивают за одну секунду? Да, вот эта бомба вообще сильная. Мне так нравится она. Вообще уничтожили всю карту. Хорошо, давайте что-нибудь поярче жахнем. У нас еще есть... Бомба... Царь. А вот эта бомба, не? Не пойдет? Хорошо, я лечу на улицу. Царь-бомба, это же получается у нас ядерная, да? Да не, лучше другую ядерку взорву, смотри. Давай. Убейте себя сами, облегчите нам жизнь. Как-то так, да? Серёге, не надоело дудунькать? Или оно само делает, я не понимаю. Так, Чика пошла уже по кастрюлям лазить. Но первую ночь он не может прям сильно нападать. Уже те ночи только сможет он. Короче, давай, Серега, сделаем так. Давай ты максимально пытаешься нас убить, а мы постараемся выжить. Давай, все силы на нас кидай. Напишите в комментариях, получится затащить нас одного раза. И подписывайтесь на канал. И ставьте классные лайки. Смотрите, что делает сутками. Фокси, получается, убить песни петь. Жестко, жестко. Опа, Бонни уже пошел. Хорошо. Или плохо. Я не знаю. Еще лезут, смотрите. Тарахтят и тарахтят. О, Чика уже стоит с этой стороны. Нифига себе, я аж испугался. Так, надо внимательно. Так она не может нас убить. Должна до окна подойти, и мы услышим этот звук. Стремный. Что ты, кастрюля?
Все съели, нема уже ничего. Голубцы все съели. Блин, Фокси может резко начать бежать? Или он в первую ночь не может бежать? Вот просто не знаю, когда управлять человек, можно ли сразу бежать Фокси в первую ночь? Если вы хотите, ребята, можете написать в комментариях следующую серию. Я буду управлять аниматрониками. И буду мочить подписчиков. Стоит. Просто стоит и ничего нам не делает. Так, Фредди. Чика. О, дверь! Фух, я успел! А чё звука не было-то? Да как? Это законно? Так, ждем. Первая ночь энергии много у нас. Как узнать, есть он там или нету? Ребята, дубль 2. Кто написал, что мы пройдем, мы не прошли. Серега нас обманул. Подманил Бонни, а с другой стороны Чикой напал. Эта тактика работает, я знаю. Так, так, так. Серега будет сейчас опять, наверное, жестко нападать. Ну и пусть, а мы затащим. Мы никого не боимся. Слушаем внимательно. Никого нету. Да сколько можно так додунькать? Блин, мне нравится. Прикольно сделано. Вообще классно, когда человек управляет как-то антуражно, и ты понимаешь, что нападать будут рандомно. Ты не знаешь, как они нападут. Компьютер как-то заскриптован, одинаково всегда делает. А тут Бонни пришел, с другой стороны Чика. Еще так сделали, что не видно, стоит кто-то за дверью или нет, когда дверь закрыта. Так, так. Все спокойно. Получается, время надо много. До часу ночи, пока не начинает идти. Что, сколько дудунькает он. Короче, давай, Бенди, ты будешь справа смотреть, я буду слева. Тут Фокси, может, я успею все-таки. Все, распределили роли. Но я буду тоже помогать немножко. Потому что Серега обманщик, может опять нас обхитрить. Уже Бонни стоит. Да, 12 часов уже нападает. Ну, жесткий мужик. Понял, вижу Чику. Чики нету, Чика здесь. Да, что ж такое-то? Чика пока стрелял, лазит. Может, так все и ночи пройдем, когда будут нас люди пугать разные. Брать там новеньких, стареньких, молоденьких. И будем играть. Так, 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 все, я чекаю. Сейчас уже должен в Бонни напасть. Так, я уже руку держу на кнопке. Стоим, стоим. Напряженная атмосфера. Никого нет. Я помню, как-то вышел, так и Боннями заглючил, он умер. Так что надо быть внимательным. О, напал! Есть! Закрыл, закрыл, закрыл. Закрой чеха, так может убить нас. Эх, Бенди, не знаешь, как играть? Ха-ха-ха, вы еще чуть-чуть бы и слились. Она через окно может так напасть. Так что, ребята, буду тащить. Один-одинешенек против Сереги. Так, я уверен, что он уже ушел. Отлично. Первая атака, мы отбились как-то от них. Случайно, вовремя я посмотрел. Смотрите, сколько дудунькает. Ты свет выключи, у нас энергия тратится, красавчик. Говорит, я умею играть. Красава, умеешь. Смотрим, смотрим. Серега, это какой-то жесткий, я вижу. Для первой ночи это реально сложновато. Но мы затащим. Бывает и хуже. Никого. А кто следующий на нас нападет, интересно? Ой, кто-то... Да, опять Бонни пришел, смотрите. Получается, Серега в первую ночь не может управлять всеми аниматрониками. Только Бонни и Чика. Так, Бенди, смотри внимательно. Чика уже стоит там тоже за дверью. Смотри, вовремя дверь закрой. Чтоб мы не слились. Даже если до стекла подойдет, она убивает так. Так, стоит Бонька, стоит. 2 часа ночи. Ночи длинные в этой части. Опять дудунька. Что ж такое? Прям жесткие. Боня так стоит, она меня смотрит искоса. Сейчас нападет. Вот чувствую, сейчас нападет. Нет, не нападает. Ну, хочет. Здесь есть? Стоит.
Так, сейчас я чувствую, прозеваю нападение Боньки. У нас получается энергия просто так садится, что ли? А ну 61%, проверим, если мы ничего не жмем. Да, садится. А чего? Получается просто так. Молодец, молодец, Бенди, красава. Ушла, все, можно открывать. А, пришел! Есть! Смотрим, смотрим, как уйдет, должно видно быть, как он тпхается. Все, ушел. Открывай. Открывай, не бойся, не бойся. Отлично, у нас 50% и 3 часа ночи, ребята. Все должно в этот раз получиться. Будем экономить максимально. Какие-то шумы такие прикольные, атмосферные здесь. Серега, что ты слабо нападаешь? Всего два аниматроника, давай жестче. Чтоб немножко подспотели подмышки. Так, 15 секунд. Че 15 секунд? Это что, ты ядерную бомбу сейчас взорвешь? Так, 7 дней, а есть 15 секунд. Получается, каждые 15 секунд? Понял. Ой-ой-ой, вовремя я закрыл. Вот это мы красавчики с тобой. Так, нажимаем. Ушел. Здесь. По-любому ушел. Отлично. Ребята, все получается. Сейчас уже будет 4 часа ночи. Давай переключать. Есть 4. Должны затащить. Аниматроники, у них перезарядка каждые 60 секунд. Все, я понял. Каждую минуту можно нападать. Значит, можно минуту отдыхать. Вообще так можно встать и чекать две двери. Тут это на кастрюле лупашит ногами там. Серега, а звуки ты сам, получается, делаешь эти? Или ты просто нажимаешь на аниматроника, он сам ржет там? Ага, ты звуки делаешь. О, Фредди пошел у нас в ход. А, закрывай! Так, смотрим, смотрим. Опа, чувак зашел. Открывай. А, Бонни, закрывай! Фух, это жесть. Сейчас уже будет 5 часов, мы должны затащить. Надеюсь, чувак нам не помешает. Он еще не появился. О, появился. Отлично, отличненько. Ну давайте 5 часов. Я вам не позволю выиграть. А мы не будем спрашивать. Мы возьмем и выиграем сами. Бонька, есть, закрыли, закрыли. Молодец, Бенди, ну ты красавчик. Красава, да, я понял. Так. Открываем. Открываем. Отлично, ребята, 5 часов. Серега, не получается тебе нас выиграть. Не получается. Я понимаю, что 20%, ну и 5 часов же у нас. Так что мы все-таки смогли со второго раза пройти. Первый раз был пробный, как бы еще Бенди тоже изучает эту игру. Да я уже знаю, как нажимать. Ну это жестче, чем компьютер, Серега, намного. Fucking shit. Серега рассмешил меня. Смотри, как все жмякает подряд все кнопки. А не получается. Так, Бенди, ждем. Сейчас одновременно двумя аниматрониками, скорее всего, придет. Ну я так думаю. Так, 17%, блин. Энергия, не садись. Мы это сделали, ребята. Серега, покажи, какой ты злобный аниматроник. Да не так, ну ребята, если вам нравится, ставьте лайкосики, не забывайте подписываться на мой канал. У нас всегда весело и задорно. И Серега всех мочит. Я думал, ты начнешь там столы ломать, стулья. Ну ладно, это тоже пойдет. Так, кто там бегает за окном? А ну, паршивец, уходи отсюда. Тебе здесь нечего делать. Так, он с этой стороны идет. Закрывай, не закрывай двери! Ну что ты не закрыл двери? Ладно, ладно, завтыкали. Сейчас пусть она уйдет. Это Scrubbaby. А как переводится Scrubbaby? Правильно. Металлическая дева. А, кто-то дверь закрыла изнутри. Так, а что ж, так можно, что ли? Да. О, тут же можно камеры чмекать. Ой, клацать. Так. О, я вижу, я вижу. Ходит, ходит, ходит там. Больше никого нету? Никого. А ну-ка здесь. О, я в этой комнатке 1000 лет не был. Надо будет туда сходить. На складе чисто.
В мастерской спокойно все. А в туалете? В туалете? В туалете нет. А нет же камер в туалете. А вот ты стоишь! Я вижу! Че, посрал опять что ли? Да, я посрала. Я вижу, я вижу. Блин. Эть! Закрыли, закрыли. Свет включаем. О, попугай, привет! Оп! А ну запрячемся, увидит он меня или нет? Я слышу, ходит. Я слышу. О, а я Фокси вижу, вон пошел он. Упал на колени. На раскорячке. Открой двери быстрее, я сейчас умру. Быстрее открывай. Закрой. Фух. Я ему по жопе настрелял. Так, ребята, смотрите, какие там злые аниматроники ходят. Я слышу его. Закрой, закрой. Вот он с этой стороны. Никого нет дома, все порасходились. Пошел, пошел, пошел. Какой-то он сегодня обиженный, ребят. А, еще эта часть карты есть. Что-то эту карту добавили, что ли? Или это и было всегда? Вроде было. Так, здесь почекаем. Вот он ходит. Кого он убил? Ходит. Серега, ты невидимый или видимый? Видимый. Видимый. А вот он, вот он. Так кто свет отключает? Это я, наверное, да? Так, отлично. Давайте попробуем выйти на разведку. Надо какое-то оружие взять. Сейчас мы, ребята, возьмем оружие мощное. И покажем, кто в доме хозяин. Так, ставим один портал здесь. Так, пошли, пошли, пошли. А я могу как-то закрыть двери и выйти? Ай, блин, сам себе дверью убил. Ну, конечно же, самый умный человек на планете. Бежи, бежи, бежи. Че, дверь закрылась все-таки? Вот, блин. Чпонькс. Кто там ломает гвозди, забивает? Да ты, Серега, такие звуки прикольные издаешь. Ай! Ах ты! Замочи его. А, и он его замочил тоже. Так, понятно. Серега сегодня какой-то очень злой. Серега, это какая ночь у нас? 9-я, что ли? 20-я. 20-я ночь, понял. Поэтому идет босс. Босс идет. Хуга? Или как тебя там? Ой, я что, не то нажал? Ой, блин, я тебя... Заходи. Не, не заходи. Ай-яй-яй, ну что ж ты? А как ты тут оказался? Я портал удалил. Мы его закрыли благодаря порталам. Да блин, мы в друг друге застрём. Умные люди. А, залазь, есть. А, блин. Я сейчас как-то придумаю такую схему прикольную, когда он не сможет нас убивать. А если сможет, то не сможет. Так, хорошо. Сильно дикие у нас сегодня. Аниматроники какие-то... Аниматроники сошли с ума. Подожди, а где эти ко... О! Блин, да смотри, что это было? Крипер. Крипер. Я же понял. Так, давайте сюда. Вот здесь вот эти комнатки, да? Чинкс. Блин, я не помню, было это или нет. А, помню, мы играли в прятки, было. Давайте здесь поставим. О, привет. Вот говно поставил. Раньше пилпаки не могли проходить. А, я другой портал скачал, теперь могут. Раньше реально нельзя было проходить. Ну, подписчики... теперь можно. Подписчики сказали, поменяй портал и сможешь проходить. Не обманули. Хорошо. Ладно, надо не здесь ставить. Так, давай пока закроемся. Чпоньк. Чё там, кто там халуйкает? О, привет, балунбой, как у тебя дела? А у меня работает фонарик, ты его украсть не можешь. Ай, ты чё укусил меня? Я украл у тебя фонарик. Да, а как ты это сделал? Укусил тебя.
А я не знал, что если кусаешь, у меня фонарик пропадает. Блин. Hi. Так, давай тогда, Пикачу, ставь ловушки. Hello. Так, так, так. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, умный человек не туда поставил портал. Оп. Блин, я застрял. А, тут трубы. О, привет, Мангл. Ты меня не убьешь через портал, так нельзя. Я удалил его. Хитрый? Хитрый. Че, налезет сюда, что ли? А, вот так, давайте вот так сделаем. Ух ты! Че там за взрыв был? Я вижу, ломится в двери наши. Опа, опа, идет, идет, идет. О, ты пэхаться может. Я удалил порталы. Открой двери, Пикачу. Так, отлично, я захожу, закрывай. Так, он там за Мангл играет. Смотри, приполз. Чё тебе надо у нас дома? Чпонькс. Закрывай. Будем отсюда смотреть на него, что он там делает. Вон он идет. Оп. Так нельзя, я не разрешаю. Такс. Вон он ходит. Ну, ты где, мужик? Стреляй по нему, стреляй. По жопе ему, мочи. Вы читеры. Портал делает чудеса. Ты что, не видишь, где портал находится второй? У нас и камера, и портал. У нас тут все есть. Так, он где-то тут ходит, прямо возле двери. Вон он идет, идет. Хоп! Есть, я удалил портал. А давай поклацаем камеры. Что такой звук прикольно идет? А вот он ходит. Во-во, по залу ходит, гуляет. А ну станцуй нам брейк. А, ты застрял. Сейчас мы тебе поможем. Оп. Все, ты новенький человек. А как ты это сделал? Че это было, Серега? Типа вылезла с пара. Ты чего? А маринетка так умеет делать, что ли? Я не знал. Буду знать. Хорошо, хитрая марионетка. Это Найтмер. А, это Найтмер. Она умеет, да, так делать? Ну, если двери долго закрыты, то само собой, да. Все, я понял, я ж не знал. Ого, тут все в крови. Так, где он там ходит? Я слышу, что рудит. Ты Мангл играешь? Щика. О, это крячка! Я ее помню, она хорошая. Я обманул тебя. Я вот здесь снаружи. Привет. Блин, ты что, двери умеешь открывать? Блин, я дернулся. Ну ты красавчик, Серега, молодец. Напугал меня. Я знаю. Сначала запутал, а потом напугал. Хорошо. Испугались? Обосрались. Сейчас мы кое-что тебе сделаем, сюрприз небольшой. Я знаю, тебе нравится это. Сейчас, 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 ребята, мы сделаем все как положено. Я валю, до свидания. А что за просрала она? Что за бомба? Ладно. Давайте другую бомбу возьмем. Есть у нас вот такая вот. О! Ой, ну нафиг. Ребята, я пожертвую собой. Бум. Не, не пожертвовал. Чё-то слабо, да? Мощно. Мощно? Да. Так, надо карту обнулить. Так, надо еще разок что-нибудь жахнуть. Пикачу, давай сюда, будем бомбы сейчас взрывать еще. Он не умер. Что-то не получилось у нас. Или ты умер, Серега? Нет. Не умер, хорошо.
Во! Сар-бомба. Нет, это не та цель. Я, знаете, какую бомбу хочу? Сейчас я вам покажу. Какую? Есть у меня. Сейчас. Во, моя любимая. Ой, Пикачу, извини, обстоятельства. Есть, активировал. Взрывай, мочи ее. Вулкановая бомба. И рабочий стол. И, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.